Алексей Серебряков вернулся с женой в Россию и изменил свои взгляды. Как живет актер сейчас? Алексей Серебряков – медийная личность, известный человек. Он не только одаренный и талантливый актер, но и порядочный гражданин. Да и в семейной жизни однолюб, который принял отпрыска своей избранницы и усыновил еще двоих детей. Вот только в нашей стране отношение к актеру неоднозначное. Причина лежит на поверхности, некоторые его высказывания и переезд с семьей в Канаду. Что известно об Алексее Серебрякове, который продолжает работать в России, а вот место его жительства теперь непонятно. Алексей Серебряков с семьей вернулся в Россию. Сам актер не особо распространяется о своей личной жизни и планах на будущее. Зато его подруга и коллега Алена Хмельницкая внесла ясность. Как выяснилось, у Серебрякова нет гражданства Канады и никогда не было, а переехал он исключительно ради учебы детей. По словам Алены Хмельницкой, ее друг и коллега Алексей Серебряков давно вернулся в родные пенаты вместе с супругой, потому что дети уже выросли и получили образование. Да и проблемы со здоровьем одного из мальчиков заставили заботливых родителей подобрать ему лучшие условия для жизни и реабилитации в Канаде. Там более человечное отношение к детям с особенностями. И теперь такие проблемы со здоровьем тоже в прошлом. К слову, Алена Хмельницкая не просто коллега Алексея Серебрякова, но и крестная мама его приемных сыновей. То есть вхожа в семью и знает немного больше остальных. Так почему бы не поверить таким аргументам? Алексея Серебрякова недолюбливают в России разногласия и проблемы с соотечественниками у знаменитого актера начался более 10 лет назад, когда он обвинил Россию в силе, наглости и хамстве. Также артист добавил, что хочет для своих детей лучшего будущего, чем это может дать Россия. Тогда его позицию осудил даже режиссер Андрей Кончаловский, с которым он не раз сотрудничал. Семья Алексея Серебрякова покинула родину в 2012 году. Супруга нашла достойную работу в Канаде, детей пристроили в элитное учебное заведение, а сам актер почти 10 лет жил на две страны. В Канаде – семья, в России – любимая работа и поклонники. Критика родины не раз звучала из уст Алексея Серебрякова, а его интервью 2018-2020 годов возмущали многих соотечественников. Но в 2021 он с женой вернулся домой и больше не выезжал. Очевидно, что сыновья выросли, успешно окончили школу и поступили в вузы Канады. Поэтому артист завершил свою миссию в Канаде и оказался человеком своего слова. Вернулся, но только с женой. А что сегодня? Из последних новостей, Алексей Серебряков вернулся на родину и полностью раскаялся. По крайней мере, о его раскаянии сообщил заслуженный артист России Алексей Огурцов в проекте «Так сказать». По версии друга и коллеги, Серебряков признал свою неправоту и возложил на себя гуманитарную миссию. Он участвует в программе «Спаси ребенка» фонда «Доктор Лиза». Знаменитый актер помогает 13-летней девочке Полине из Горловки. Сниматься в кино и выходить на театральные подмостки успешный и талантливый актер тоже не прекратил. Правда, не обходится без казусов и неприятностей. Например, по неизвестным техническим причинам его спектакль с Ксенией Рапопорт в Новосибирске неожиданно отменили. Зато Алексей Серебряков успешно снимается в фильмах, также играет в театральных постановках. Вот такая трансформация взглядов и убеждений. А вам нравится этот актер?